Всем привет! С вами программа «Примринг ТВ». Сегодня не будет сложных текстов и брутальных постановочных сцен. Сегодня будет тусич! Фестиваль автомотоспорта «Новый поворот» та «Новый поворот» открывает свои горизонты для вас в Приморье! «Новый поворот» – именно так было решено назвать беспрецедентный для Владивостока фестиваль автомотоспорта. При поддержке лично мэра города Владивостока Игоря Пушкарева и крупных приморских компаний, которым не безразлична судьба будущего технических видов спорта, состоялся незабываемый яркий праздник. Такие компании и организации, как СТК «Примринг», «Приморское кольцо», «Приморская автомобильная федерация», «Трилитон», «Суматори Авто» и «Киа», «Матюль» и «НК Альянс» и, конечно, администрация города позволили жителям и гостям Владивостока познакомиться с различными дисциплинами автомотоспорта, увидеть мощнейшие автомобили Дальнего Востока и лично пообщаться с настоящими профессиональными гонщиками. Специально для участия в фестивале во Владивосток прибыли спортсмены со всего Приморья. И даже участники дрифт-чемпионата РДС «Восток» из Хабаровска во главе с чемпионом всероссийской дрифт-битвы 2012 Ильей Федоровым. Что за шапка у тебя новая? Это шапка вообще растаманка, просто наркоманка. Я смотрю, тебе еще дреды надо вот сюда. У меня тапочки есть еще стилизованные. Ну готов? Готов к 20-му числу? Да, готов. Ну, Серега там тоже готов. У вас там бой будет, я чувствую, да? Будет битва. Будет вообще жесть. Супер дрифт битва будет. Скажи мне рифму дрифта. Дрифт? Дрифт. Телки. Любе надо обязательно это видео показать. Дрифт телки. Спасибо маме, моему продюсеру и всей киноиндустрии. Спасибо. Я вас люблю. Это круто. Это вообще крутяк. Тринадцатого октября. Первый день фестиваля состоялась выставка спортивной техники и веселые конкурсы на знание правил дорожного движения. Светлана Демиденко, старший инспектор группы пропаганды отдельного батальона ДПС ГИБДД города Владивостока. Хорошо. С какой целью вы вообще здесь находитесь? С целью пропаганды безопасности дорожного движения. Мы проводим мероприятия с детьми. Все, кто на площади, дети присутствуют, могут принять участие в наших конкурсах. Ну, это, то есть, способствует чему? Способствует, но первая цель наша – это снижение детского дорожно-транспортного травматизма, который в этом году у нас по сравнению с прошлым годом растет. И дети, участвуя в наших конкурсах, таких как знатоки ПДД и медицина, они, ну, некоторые учатся, некоторые повторяют правила дорожного движения, оказание первой медицинской помощи. Спасибо. Здравствуйте. 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 Что делаете? Чем занимаетесь? Вырезаем знаки. Так, вы дорожные знаки вырезаете? Да. А для чего? Чтобы видели нас в темноте. А, ну правильно. А, это будет на одежду, да? А, чтобы ночью было, чтобы когда светит, вас было видно. Да. Это для чего делается, скажи? Для того, чтобы видел водитель и не сбил. И чтобы не сбил, да? Ну, правильно. А также, помимо спортивной техники, были представлены новые автомобили различных марок. Гости фестиваля имели возможность опробовать любую понравившуюся модель и даже провести тест-драйв. Самой многочисленной была экспозиция автомобилей Kia. Здесь был выставлен весь модельный ряд, от малолитражек Picanto до элитных кроссоверов Sorento. Спанч Боб, сам Спанч Боб приехал сегодня на этот праздник. Спанч Боб! Это Спанч Боб.
Джоули, любимый герой Спанч Боб. Вот он настоящий. Это мой кумир просто. Фоточки, смотрите. Он какой-то молчаливый, слышишь? Ты хоть что сказал бы там? Я сказал, не ты. Ты с района с какого, слышишь, я братан? Центр. Центр. А что ты там делаешь? Пойдем ловить медуз. октября вся площадь была безопасно ограждена для настоящих спортивных заездов. Первыми прошли гонки на картах в классах Rotax Max и мини-ракет на кубок главы города. Следом шли шоу заезды джиперов и мотоциклистов. И, конечно, самым зрелищным стали парные заезды дрифтеров. Основная цель нашего фестиваля «Новый поворот» была познакомить наших жителей и гостей города с реальным, с официальным автомотоспортом, чтобы они увидели этих пилотов, чтобы они увидели эту технику, чтобы у них мысли не было, что те негативные явления, которые происходят у нас по ночам нашего города, не имеют никакого общего с официальным автомотоспортом, который сегодня и вчера был представлен на центральной площади города. Это новый поворот жизни Владивостока, новый поворот жизни всех жителей Приморского края, новый поворот в жизни наших спортсменов. Поэтому я уверен, что это большой серьезный задел на будущее. Географически, исторически Владивосток должен стать центром развития автомотоспорта и стать столицей автомотоспорта России. На закрытии фестиваля мэр города Игорь Пушкарев лично наградил победителей картинговых соревнований и пообещал, что в следующем году фестиваль обязательно повторится и перерастет в хорошую традицию. Несмотря на официальное завершение праздника, зрители еще до позднего вечера не покидали площадь, фотографировались с машинами и брали автографы у гонщиков. На самом деле, хорошая традиция для самого автомобильного города России. Дерзкий новый Kia Optima. Настоящая сенсация в своем классе. Такого автомобиля от Kia ждал весь мир. Новый Kia Optima. Вызов силы. Журнал «Примринг». Все об автомотоспорте Приморья, России, мира. Новый номер уже в продаже. Фестиваль завершен, но ведь автоспорт живет не один раз в год. Следите за календарями автомоточемпионатов на сайте primring.ru. Болейте за спортсменов, принимайте участие. Увидимся на кольце. Primring Natural Power.